сообщает ТАСС о заявлении главы МИД Китая, что Россия и Китай не признают политику грубой силы. Это надо прочитать еще разок. Россия и Китай вместе упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которых выступает ООН и миропорядок на основе международного права, а также не признают политику грубой силы. Замечательно, замечательно. От всей души приветствую такую я политику России и Китая. И сам на пороге, пока не окажусь могил, с призывами понять пословицу: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Буду снимать клипы, не переставая, потому что делаю, что должен, и пусть будет, что будет.